Сегодня 22 апреля. Покажу свой творческий беспорядок в теплице. Недавно совсем я сеяла в ящики цветочки и закладывала их снегом. Так вот, все взошло. Васильки. Календула. Еще васильки. И астра. Астру сейчас буду подсыпать сухой земелькой. Пора. Вывезенная астра из дома тоже жива. Здесь огурчики начинают всходить. Вот один вижу. Это так подросла моя лобелия из моих семян. Самые маленькие помидорки. Они тоже живы. И вот эти помидорки посаженные в теплице. В апреле уже. Однако растут. Так что можно эксперименты такие проводить. С этой стороны мелкий лучок посаженный, все взошло. Редиска очень хорошо, ровненько. Пора ее окучивать. Салат тоже взошел. Здесь кинза еще не взошла. Шпинат рядок тоже взошел. Руккола, горчица. И здесь петрушка. Петрушка всходит подольше. Но петрушка у меня есть рассадой высажена. Здесь у меня уже подготовлена грядка под перец. Вначале лук. По краю везде редиска. Там тоже лук. И лунки под перец приготовлены. Осталось их только заправить компостом. И как только будет потеплее, я сюда высажу перец. Я всегда использую площадь в теплице по полной. Вот там все лук, сивок. И здесь перец. По ночам плюс один, плюс два. А я уже экспериментирую. Высадила маленькие помидорки. Вот я их все пометила. Накрываю их вот на дуги, накидываю белую тряпку. И все нормально, они живы. Это эксперимент. Самые маленькие помидорки уже высажены. И вот здесь по краям везде буду раскладывать базилик. Вот сейчас будут ночи хотя бы плюс 5 на улице. И сразу я разложу здесь семена базилика своим безрассадным способом. Ну и сейчас посмотрим, что у нас там с рассадой цветов. Так, здесь статица взошла хорошо. Здесь капуста декоративная. Капуста, брокколи. Тут тоже какие-то цветочки. В общем, здесь множество однолетников. Вот тут вот 5 штучек вьюнок. Такой длинный, трехметровый. Все 5 и взошли. В общем, вот такие дела в моей теплице. Я потихонечку буду высаживать маленькие томатики уже в грунт. На этом всем пока. Крепкой рассады, хорошего настроения и хорошей погоды.